Очередное аппаратное совещание состоялось под руководством Михаила Самолазова, первого заместителя, в отсутствии председателя горисполкома. Основной вопрос о праздновании 920-летия города будет рассмотрен в деталях несколько позже, поскольку требует проработки и принятия решения по финансированию. Здесь же прозвучал ряд предложений. Кого из достойных людей, в том числе, может, даже те, которые достигли пенсионного возраста, история не пишется днем одним годом, представить к награждению устоящих организаций? Безусловно, соискателями наград различного уровня станут заслуженные люди, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание города. Помимо этого, на совещании были заслушаны предварительные итоги выполнения прогнозных показателей в первом полугодии 2017 года. Полный отчет прозвучит на заседании исполкома, в котором планируется участие губернатора Анатолия Лиса. В числе текущих – рассмотрение вопроса о формировании новой площадки для строительных отходов. Речь идет о том, чтобы постепенно уйти с этой площадки по Красноармейской. Есть 4 гектара земли, которые, по большому счету, скрыты от глаз всех всяких, и где можно предусмотреть нормально. И тем более эта площадка, все мы знаем, под этой площадкой находится коллектор. Там есть предложение уйти, тем более территория там уже городская, тем более территория уже проездная, за бывшей автобазой через территорию КСИ 4 гектара земли между сельхозхимией и автобазой. Нынешнюю площадку предлагается передать в земли общего пользования. Затронут был также вопрос о новых условиях оплаты коммунальных услуг, а именно водоснабжения. Изменилось программное обеспечение, и до сих пор не все граждане разобрались в расчетных хитросплетениях, что может породить новый виток обращений. Сняли часть вопросов. Но они все равно остались. Начисление второй месяц пойдет по среднему показателю. Не у всех. Но тем не менее эта категория людей значительная. Детальная информация размещена в объявлениях, которые вывешены у каждого подъезда, а также в жировках, высылаемых квартиросъемщику или собственнику жилья. В любом случае, никто лишних денег с потребителей не возьмет. Нужно лишь немного времени для выравнивания ситуации.